Сегодня мы рассмотрим Sonus Favre Principia 7. Колонка перед вами. Напольное исполнение. Слегка наклонный профиль. На задней панели только лишь терминалы с возможностью биампинга, биваринга, подключения. А на передней панели находятся, собственно, динамики и порт фазоинвертора. Гриль снимается на магнитных защелках. Гриль из пластика с текстильной накладкой. Тут мы видим твиттер. Среднечастотные динамики, два буфера. И огромный порт фазоинвертора. Надпись Sonus Favre. Колонка устанавливается на шипы съемные. Вообще говоря, эта модель относится к тем колонкам, которыми можно наслаждаться не включая. Обкатанный десятилетиями дизайн и класс исполнения чувствуется в каждом элементе. Все по месту и красиво. От шипов, большой порт, большая эффективность. Пара буферов с характерными пылезащитными колпачками нагонит чувствительности, чтобы не гасить ее у мида и твиттера. Большой по сравнению с обычными твиттер с чудным голосом, такой же как у линейки Хамелеон. Сзади приличные терминалы. Красота! На сайте производителя удивительно скупо представлена линейка Principia. Среди красочных картинок колонок в интерьере можно рассмотреть всю линейку, но в качестве киношных акустических систем. Хотя, на мой взгляд, музыкальные способности именно этой модели вне сомнений. Approfondimenti. Вот как выглядит все семейство. Стильно? Что за плюсик? Что-то про кроссоверы и излучатели. Но кроссы у них очень красивые, я тут была фотку где-то находил. Колонки я вскрывать не стану, смысла нет. О, вот специфики техники. Итак, наша Principia 7 это напольная трехполоска с сопротивлением 4 Ом, динамики 29 мм текстильные твиттеры, полипропиленовые диффузоры у мида 150 мм и вуферов 2 штуки на колонку по 180 мм. Рекомендуемая мощность усилителя от 40 до 300 Вт без клиппинга. А чувствительность 98 дБ. Это что ж получается, что пара разгонит воздух до 90 плюс где-то 25 дБ, выходит 115 дБ. Вполне доложу я вам. Частоты раздела полос 250 Гц и 2500 Гц, то есть мид поет в диапазоне 250-2500. Ну, 150 мм может, конечно. Диапазон частот заявлен как 38 Гц до 25 кГц. Размеры вы видите. Вес 19 кг почти каждой колонки. Да, подтверждаю, это скал, удовольствие то еще. Ну и галерея, картинки. А сейчас я сниму кривую импеданции, покажу вам ее, и вы сможете понять, как тут настроен резонатор, есть ли просадки, сопротивления в частотном диапазоне. Вот такой вот неявно выраженный резонанс, очевидно, за юзанный кроссовером, да не могу, но по крайней мере это довольно корректно по отношению к минимальному сопротивлению, то есть просадок не видно ниже 3,4 Ома, точнее говоря, просадок нет в высокочастотном диапазоне. Вот тоже определяемый, скорее всего, развитым кроссовером. Все-таки трехполосная система. Такие дела. А теперь послушаем, как эта система воспроизведет мой обычный набор треков с тем, чтобы потом сравнить ее со звучанием других систем. Поехали!